Новости продолжают эфир канала «Хабар-24». В студии работают Хасан Исраилов и я, Вера Захарчук. Здравствуйте. Вот и главная тема выпуска. Пятый день в Экибастузе пытаются устранить последствия коммунальной аварии. Акима области отправили в отставку. Режим ЧС сохраняется. На месте продолжает работать и наша съемочная группа. В Жамбылской области сегодня в последний путь проводили военнослужащего Бауржана Даудбаева, без вести пропавшего больше года назад при взрывах на военном складе Байзакского района. Из-за загрязнения атмосферы зафиксировали 240 тысяч преждевременных смертей. Европейское агентство по окружающей среде обнародовало результаты исследования. Мы продолжаем следить за ситуацией в Экибастузе, где уже пятый день устраняют многочисленные аварии на теплосетях. Трубы не выдерживают давления и порывы случаются в самых непредсказуемых местах. По последней информации, без отопления остаются больше 50 домов. Еще ряд многоэтажек без водоснабжения. Для них организовали подвоз воды. В город прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который назвал одной из причин срыва теплоснабжения ошибочные действия персонала. В аварийных работах по-прежнему задействованы сотни человек и десятки единиц спецтехники. Тем временем волонтеры продолжают снабжать жителей города обогревателями. Раздали уже больше 2000 приборов. При этом специалисты предупреждают, что городские электросети уже на пределе своих возможностей. Потребление энергии возросло с 30 до 55 мегаватт. Выставиться одновременно на все адреса, которые необходимы, нам не позволяет ситуация на ТЭЦ. На ТЭЦ сейчас очень большая подпитка. Мы сейчас ищем причины этой подпитки. 39 в день было бригад, и в ночное время порядка 36. Ну почему они не приезжают вовремя? Потому что они занимаются своим делом. Это я вам сейчас сказал, аварийные бригады только тепловиков. Помимо этого, порядка 10-15 бригад есть у электриков и в горводоканале. Жалуются на работу ТЭЦ и жители Усть-Каменогорска. На улице мороз, а в квартирах холод. При этом тепловики отчитываются об отсутствии неполадок. А люди боятся повторения ситуации с Ридером и Экибастузом. Возмущенные горожане обратились за помощью к нашим корреспондентам. Их выслушала Анна Лисенбертина. В Усть-Каменогорске всю неделю стоят морозы, но жители дома по улице Кабанбай-Батыра, несмотря на это, решились выйти и высказать свои жалобы. Они говорят, что терпеть холод в квартирах уже невозможно, тем более, что с такой ситуацией они столкнулись впервые и винят теперь местную ТЭЦ и тепловые сети. Потому что вот эти тепловые сети не дают нам нормальное ни тепло, вот это ни давление нет нормального. Ведь в прошлые зимы таких проблем не было, удивляются горожане. В прошлом году мы в футболочках ходили, у меня дети прям налегке одевались. В этом году очень мерзнем. У меня двое детей, я уже с ними в детской сплю, в одной комнате, чтобы согреться. Одинокая пенсионерка Людмила Королева в спальне поставила сразу два обогревателя. Один не справляется, температуры слишком низкие. Не доходило даже до 17. Спать невозможно, я сплю в спортивном костюме и даже с башлыком на голове и одеяло теплое. В КСК подтверждают, температура подачи тепла нормам не соответствует. Температура должна быть 110, сейчас стоит 85. То есть вот основная температура. У нас дом 9-этажный, подача идет с 9 этажа. То есть с 9 на 1, пока она придет, естественно, люди мерзнут. А у нас, извините, вот он приходит, вот оно 53, да?
53, да. При этом и на тепловых сетях, и на Усть-Каменогорской ТЭЦ заявляют, работа идет в штатном режиме. Неполадки с отключенным котлом на станции устранены несколько дней назад. Раньше времени после планового ремонта запущен и котел номер 14. Только возросшая циркуляция воды в системе доставила проблем, чтобы согреть повышенный сразу на 1000 тонн объем. К тому же ТЭЦ давно требует расширения. Все прекрасно знают об том, что тепловых мощностей станции не хватает. Геополитическая ситуация пока нам не позволяет реализовать этот проект наш, построить 16-го котла. Оборудование, которое мы планировали закупить, производится в России. В России все поставщики вдруг остановили производство свои и ждали изменения курса рубля. А новый курс почти 8 тенге оказался гораздо выше ранее указанного в заключенном договоре. Поэтому пока проект стоит. Городу же уже сейчас не хватает около 300 гигакалорий в час. Простыми словами, это энергия для обогрева 50 многоэтажек в среднем. Неудивительно, что в разрастающемся областном центре в морозных квартирах холодно. Андрей Сенберг, Надежда Баканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. А в Петропавловске произошла авария на водопроводе. Без воды остались десятки жилых домов и социальные объекты. На месте находится наш корреспондент Нургуль Акметова. Выходит с нами на прямую связь по телефону. Нургуль, здравствуйте. Какие подробности и что происходит в городе? Добрый вечер. Мы сейчас находимся на месте аварии. Порыв произошел по улице Жумабаева. Примерно к концу рабочего дня сейчас здесь работают аварийные бригады. По словам специалистов, без водоснабжения сейчас 15 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также детская областная больница, городской центр адаптации и объекты бизнеса. В целом сейчас ведут работы по откачке воды, потом будут вскрывать асфальт и уже искать причину, где произошло повреждение. Хотелось бы отметить, что это уже второй порыв на участке по улице Жумабаева. Здесь находится основной водовод города Петропавловска, который ремонтировали в 2009 году, то есть он относительно новый. Ну, пока это вся информация, сейчас здесь находятся представители городского, областного акиматов, специалисты СТО Кызылжарсу, и ведутся работы по устранению аварий, когда конкретно устранят аварию и вода появится в домах, еще неизвестно. Кстати, по всему городу также наблюдается снижение давления, то есть вода из-под кранов идет пока со слабым напором. Ну, это вся информация к данному часу, мы следим за развитием событий. Спасибо большое. Нургуль Ахметова из Петропавловска была на прямой связи. Там произошла очередная авария на водопроводе, прям какие-то коллапсы зимние. Надеюсь, скоро устранят проблемы. К другим темам. На низкую температуру в квартирах жалуются и жители поселка Боровское в Кустанайской области. В многоэтажках центра Медокаринского района холодно не первый год. Ситуация ухудшилась, когда один за другим вышли из строя котлы на местной котельной. Их починили, но теплее в домах не стало. Наталья Строкова с подробностями. В квартире у пенсионерки Розы Шлегель 15 градусов. И это при том, что круглосуточно работает обогреватель и периодически топится буржуйка. Она сохранилась с тех времен, когда двухэтажка была отрезана от центральной котельной. Счета приходят за все. Обогреватель, печка, за отопление плати, за свет плати, трава купи. За тепло 5600. За электричество еще платишь по 5-8 тысяч. Вон дрова на балконе стоят, вон мешки привезли. Вообще невыносимы. Мерзнут в своих квартирах жители Боровского уже несколько лет. В некоторых температура не дотягивает и до плюс 10. Теплее у тех, кто не выкинул печки. У меня дети маленькие, приходится топить печку, потому что я оставил, потому что неоднократно уже каждый год из года в год как топят. Очень плохо обстоят дела у нас с котельными. Здесь вот в 46-м доме вообще все попромерзало. Черные квартиры, вот у меня тоже здесь квартира 12-я, там плюс 8, выше не поднимается. Мы замерзаем сейчас конкретно, все дома замерзают, все квартиры абсолютно до единой. Потери тепла увеличились, когда на центральной котельной один за другим вышли из строя два котла. Их отремонтировали, но положенную температуру пока выдавать не могут. Мы еще до графика еще не дошли, до планки этой постепенно нагоняем. Еще 2-3 дня. Вот сегодня должна нам подача быть 64. Сейчас у нас 52. Инициативная группа поселка регулярно пишет жалобы в акимат и отдел ЖКХ, но ситуация не меняется. Котельные в плачевном состоянии.
Эта котельная отапливает 8 социальных объектов и 12 двухэтажек в поселке Боровской. Всего же в райцентре насчитывается 7 котельных. Каждая из них изношена на 90%. Например, чтобы отремонтировать вот эту, нужно 500 000 000 тенге. Большинство теплоисточников Боровского отслужили по полвека. Оборудование меняют по необходимости. Более масштабные работы не по карману. Котельни необходимо менять все. Вот мы в этом году планируем уже посмотреть, разработать проектно-сметную документацию, проект, потом этот проект защитить и просить деньги, потому что жилищно-коммунальное хозяйство нужно полностью модернизировать. 60% райцентра – это частный сектор. Для себя население покупает уголь подороже. Котельные же работают на самом дешевом. Большего не позволяет тариф. За квадратный метр жители двухэтажек платят 126 тенге. У нас заложен уголь «Богатырь» 14 тысяч тенге за тонну. Естественно, это уголь самый дешевый. Шебаркуль у нас в Боровском стоит 22 тысячи. То есть почти в два раза выше. Продумываем такой вопрос, что пригласить каких-то экспертов, которые бы дали какую-то рекомендацию, что, возможно, в будущем перейти на более калорийный уголь, такой как шебаркуль, и уже на основании этого тогда делать и тарифную смету. Чтобы удержать тепло в квартирах, в отделе ЖКХ рекомендуют жителям не пользоваться насосами, лучше следить за общедомовым хозяйством и утеплять жилье. За последние дни также похолодало и в многоэтажках Рудного и Аркалыка. Там произошли аварии на магистральном трубопроводе и введенной в эксплуатацию ТЭЦ. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар 24. К другим темам. В Жамбылской области нашли останки военнослужащего Бауржана Даутбаева, без вести пропавшего больше года назад при взрывах на военном складе Байзакского района. Сегодня военнослужащего проводили в последний путь. В августе прошлого года пожар на складе инженерных боеприпасов одной из воинских частей Байзакского района унес жизни 17 человек. Одним из первых на борьбу с огнем бросился 34-летний Бауржан Даутбаев. После трагедии младший сержант пропал без вести. Начались незамедлительные поиски. Выдвигались многочисленные версии. Например, якобы военнослужащего видели в одном из сел или же в каком-либо укрытии. Но ни одна из них не подтвердилась. Усиленные поиски вели в районе склада, с которого началось возгорание. С помощью спецтехники аккуратно снимали каждый слой земли и просеивали вручную. А неравнодушные люди ежедневно прочесывали местность. Все до последнего верили и надеялись, что найдут Бауржана живым. Но чуда не произошло. В конце сентября этого года его останки обнаружили на технической территории воинской части, неподалеку, где произошел взрыв. Это для всех нас трагическое событие. Выражаем соболезнования семье погибшего. Бауржан Даутбаев больше года числился без вести пропавшим. На протяжении этого времени мы не прекращали поисковые работы и вот нашли останки тела. Поиски затянулись из-за огромной площади. Техническая территория воинской части 175 гектаров. И чтобы исследовать их полностью, требовалось время. Семье погибшего будет оказана необходимая материальная помощь в соответствии с действующим законодательством. Мы всегда будем поддерживать связь с родственниками Бауржана. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. По словам командира части, обнаружили около 60% останков тела. Молекулярно-генетическую экспертизу анализов ДНК останков погибшего и его кровных родственников провели в Институте судебных экспертиз в Алматы. Ее результаты стали известны вчера, во второй половине дня. Сегодня Бауржана Даутбаева проводили в последний путь. Прошел один год и три месяца. За это время, где мы только не искали, куда мы только не ходили. До сих пор не можем поверить в произошедшее. Мы надеялись, что Бауржан найдется живым, но этого не случилось. Результат ДНК-экспертизы составил 99% и подтвердил, что это наш сын. У Бауржана Даутбаева остались 5 несовершеннолетних детей. Семье погибшего выплатят единовременную компенсацию в размере 5-летнего оклада занимаемой должности. Также предусмотрена выплата для приобретения жилья. А детям помогут с обучением и дальнейшим трудоустройством. К слову, решение суда о признании военнослужащего погибшим уже вышло. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Хатилла, Жамбылская область, Хабар 24.
столице определились с выбором улицы, которую назовут в честь героически погибшего пожарного Оскара Забекулина. Имя героя присвоят улице Е-583, которая расположена в районе Есиль. Решение приняли на заседании ономастической комиссии. Теперь предложение направили на рассмотрение депутатов и общественного совета. Имя Оскара также планируют присвоить и пожарной части, где он служил, а его фотографию разместить в парке спасателей. Напомню, ранее по поручению президента его семье вручили ключи от трехкомнатной квартиры. Аграрная кредитная корпорация продолжает финансировать сельский бизнес. К примеру, в Актюбинской области льготные кредиты получили 670 предпринимателей. В рамках программ аграрии получили, в общем, более 13 миллиардов тенге. Первые 15 коров житель Уилского района Советхан Байманов купил на собственные средства в 2018 году. В прошлом местный акимат выделил землю 800 гектаров. Аграрная кредитная корпорация помогла с приобретением племенного скота калмыцкой породы. Покупка обошлась в 30 миллионов тенге. В животноводстве задействованы все члены семьи, однако рабочих рук все равно не хватало, рассказывает предприниматель. Нужна была техника, сокращающая ручной труд, поэтому в аграрную кредитную корпорацию обратились повторно. На этот раз за кредитом на покупку сельхозтехники. Трактор, рулон, косилку. В перспективе есть планы еще вторую технику дополнительно взять, потому что техника не вечна, она ломается. Планируем расширяться районным акиматом, если выделят землю. В планах, конечно, если мы семейно этим занимаемся, хотелось бы. Программа льготного кредитования дает возможности для развития сельского бизнеса и благодаря удобным условиям пользуется спросом среди предпринимателей. Только в Актюбинской области финансовую поддержку в этом году получили 670 человек. По крестьянскому хозяйству Амина мы смогли в 2021 году поддержать хозяйство на приобретение племенного маточного поголовья КРС. Это калмыцкой породы. Они смогли закупить и увеличить поголовье скота. Это количество 60 голов. При поддержке аграрно-кредитной корпорации смогли провести все заготовительные работы. В текущем году актюбинские сельхозтоваропроизводители получили финансирование по линии аграрной кредитной корпорации на сумму более 13 миллиардов тенге. Айслу Махмутова, Булат Мулдагалиев, Актюбинская область, Хабар 24. Казахстанский проект «Картина мира» установил мировой рекорд и попал в главную летопись достижений человечества – книгу Гиннесса. Масштабное живописное полотно писали несколько месяцев, 2020 человек. Это известные деятели культуры, бизнеса, спорта, политики и просто жители из 193 стран. Первый штрих оставил выдающийся казахстанский велогонщик Александр Винокуров. Холст представляет собой уменьшенную копию параметров земного шара. Впервые для мировой общественности он был представлен в Дубае на выставке «Экспо-2020», затем побывал и на персональной выставке в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Главная цель этого произведения – объединить всех жителей планеты Земля. «Картина мира» уже получила приглашение на выставки в разных странах и отправляется в путь. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.